24 тысячи предметов! Я просто в шагах! Это Алик! Ты ха! С четырьмя голдскулами! Дай я тебя ближу, еще есть пощпак! Мне плохо, вызывайте врача! Здорово всем, ребята, Кенту на проводе! И прямо сегодня покажу топ-3 самых дорогих, самых богатых аккаунта во всем Standoff 2! Я не шучу! Прямо сегодня нашел самые эксклюзивные и самые крутые аккаунты, от которых у вас просто отлетит челюха! Бум! Ну что же, ребята, пристегнитесь, а мы взлетаем! Стоп! То есть я снимаю про топ-3 самых дорогих аккаунта и не дам тебе подарочек, братанчик. Вот тебе Flip Knife Stone Cold! Дарю! Бесплатно! И чтобы получить это первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий. И чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой примотки. Ну что же, а мы приступаем к аккаунтам! Ну что же, леди и джентльмен, это наш топ-3 аккаунт ютубера Dark Duck, он жесткий трейдер. Ребята, присоединитесь, мы начинаем. Ну что же, давайте вначале посмотрим статистику, то есть мы понимаем то, что это не просто трейдер, это еще и киберспортсмен. Знаете почему? Да потому что мастер! Мастер! И общее время в игре 2760 часов. Очень-таки неплохо. Клан Пепес, это клан Обовином. Ага, понял, принял. То есть мы видим, что парень не пальцем сделанный. Очень крутой клан, все классно, все хорошо. Теперь давайте почитаем его личное сообщение. Что же ему пишут? Я подпишусь на тебя, ПЖ, прими в ДР. Так, ребят, пока никто не видит. Оп. Все, братик, залетай, друзья. Привет, можно в друзья. Блин, да я не понимаю, почему все у него просятся попасть ему в друзья. Брат, го 1-1 на 20 голды. Ха-ха-ха. Почитали немножко личечку, посмотрели статистику. Но мы все сюда пришли ради инвентаря. Давайте его смотреть, погнали! Вау, мою, вау. Обалдеть, у него перчаток больше, чем у меня даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять пар перчаток. Ой, девять. Извиняюсь, пожалуйста, с математикой плохо. Прикиньте, это наш самый дешевый аккаунт за сегодня. Тут целых 9 пар перчаток. Окей, идем дальше. Ножи пошли. Вау, стилета с крутым паттерном. Ля, какая имба, та ты шо. Вы посмотрите на все эти крутые дорогие ножи. Ля, какая же это имба. N9 Bayonet Ancient. Вау, да ты что? И это, ребята, только начало. М9, куча крутых ножей, куча аркан, куча перчаток. Просто куча всего! Окей, смотрим дальше. АКР-12 Риот. АКР-12, так, АКР-Тахкинг. АКР-ТХ-100-трек! Сходу. 30-очка голды. Сходу. Просто сходу. О, кстати, 4 шилда, как и у меня. Ха-ха-ха. М41 паладин. Это, кстати, тоже очень дорогой скин. Стоит 10к голды. Вау. Desert Eagle, статрек, якудза. 12500 голды. Йоу, мэнчики, как же это дорого. USP Genesis. Обалдеть. М40 монстр. АВМ ТХ. С 4 шилдами. Не, я, конечно, ребята, многое в жизни видел, но это просто полный разнос. Авик ТХ! Авик ТХ! Я вам дам небольшой инсайдик. Короче, во всех 3 аккаунтах будут авики ТХ. Все. Смотрите дальше. АКР Некромансер статрек. У нас целых 2 штуки. АКР Digital Burst статрек. 20к! Вау! Я просто в шоке. 5-7 Octopus. Вот ах он боюсь. Опять 4 шилда. Братик, ты там давай, поосторожней, потому что один за ночь, и ты забанен. Что? АВМ Спорт В2? Вау, вот это тут скины, вот это пушечка. АКР Digital Burst, это уже не статрек, но тоже стоит скины по 2 косаря. Так, листаем дальше. Тег-9 Некромансер, ну, сходу 2000 алдишки. Смотрим дальше, что же мы еще интересненько тут увидим. USP Stone Cold трек. Ну, нормально. То есть, ого. А знаете, что я обратил внимание? То, что это только начало инвентаря. А дальше, ребята, у нас, походу, будут еще какие-то скины. Обалдеть, не встать. Так, самое главное, чтобы там никакой USP Genesis не пролистали, правильно? А то мало ли еще пролистай, будет обидненько. Так, все, нормально. Листаем самый низ. Я вижу очень много рарок.
С дорогими наклейками? Ого. Значит, братанчик, ты вот так вот стал богатым, да? Дарк-дак, да? То есть просто покупаешь рарки с арканами наклейками и их перепродаешь, да? Походу, ребята, мы разоблачили этого трейдера. Мой вам совет. Все, что видите в этом инвентаре, покупайте тоже. Потому что вы 100% с этого окупитесь. Камон, Хартагер! 4 самурая! Ребята, вам же всем интересно, как же можно получить такой крутой, дорогой, обалденный инвентарь? Ответ крайне прост. Это скрижали на булдропчике. Вы скажете, Кент, пока что это такое? Короче, брат, там же вышел обновок. Ну, я надеюсь, вы знаете, да? Вышел обменник, между прочим, на секундочку. Также, ребята, теперь за каждое открытие кисточка ты получаешь скрижали. А потом эти скрижали ты меняешь на скины. Как же это круто. Но это не все. Также, ты прямо сейчас на экране видишь промик. На халявный кистик. Потом, братик, вводи его и становись таким же богатым, как и эти трейдеры. Ну что же, а мы идем дальше. 4 самурая на комонке! Это что за сумасшедший? Блин, братан, тебе вообще как в голову пришла эта идея? Дальше пошли наклейки. Ну, ребята, конечно же, он купил все эти наклейки, чтобы на них тоже очень хорошо заработать и подняться. Так, окей, листаем дальше, дальше, дальше. У нас пошли графики паки. Дефолт, 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 дефолт. И вот мы, ребятки, дошли до конца инвентаря. Давайте проверим запросы. Запросы на продажу. Слушай, а что она Карнана продает? Можно с какими-то наклейками? Конечно же, Карнана с наклейками. Только, братанчик, у меня для тебя плохие новости. Все эти наклейки максимум стоят. Голды 5-6 тысяч за 1000 продаешь. Такое никто не купит. Ну что же, ребята, прямо сейчас все нажали на паузу. Как вы думаете, сколько же стоит этот инвентарь? Братанчик, сколько стоит? Прямо сейчас нажмите на паузу и напиши в комментариях, а я прямо сейчас скажу правильный ответ. Внимание! И этот обалденный инвентарь стоит 500 тысяч голды! Ну что ж, а мы идем дальше к аккаунту номер 2. Ну что же, леди и джентльмены, а это у нас топ-2 аккаунт Фулиус, а это очень богатый трейдер! Это один из самых первых типов, который вообще начал выкупать за трейд. И мы прямо сейчас оценим, что там у него и как. Мне кажется, или я вижу, что у него купленный голдпассик. Да ты что? Вот они, богатые трейдеры! У него реально очень крутой инвентарь. Да, он у него не прям супер большой, но у него очень дорогой и очень прикольный. Так, ну что же, давайте вначале посмотрим, а что ему там пишет личное сообщение. Ты дерьмо. Братик, ты что обзываешься? Ответь, пиши, если не трудно. Я тебя смотрю уже 5 месяцев. Подари нож ПЖ. Ну, ребята, как видите, абсолютно все у него просят голдишечку. Также, я вам скажу даже более, Фулиус это не просто трейдер. Он еще очень жесткий киберспортсмен, посмотрите. В 4-м сезоне мастер, в 3-м сезоне рейнджер, во 2-м сезоне элита. Я против него играл, и я скажу честно, он прям очень-очень жесткий. Что же у нас по союзничкам? Феникс, чемпион. В общей статье у него 3100 часов. Ну что, ребята, я думаю, все сюда пришли ради его инвентаря. Ну что же, не будем тянуть резину. Погнали! Что же я вижу, ля? Сколько ножичков, сколько всего. Вы посмотрите на вот это, да? Вот она, богатая жизнь. Говорят, еще мало трейдеры зарабатывают. Так, у него всего лишь 406 предметов и 2000 голды. Ну почему он занимает тут второе место? Вы еще все поймете. А вы видите с голдскулом. Нормально! Еще и 100 трек, обалдеть. Ну это пример, ну так, сходу. Ну сходу 1100 голдишки, потому что голдскул очень-очень дорогой. Смотрим дальше. М4 самурай, 4 кинга. Ну, это дефолтик. М4 Сенсет, 4 арканы, 4 арканы. Дефолт, 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 дефолт. Еще один М-генезис! И 5 с голдскулом. Братва, я скажу честно, этот тип просто помешан на голдскулах. Он сумасшедший. Дядь, ну ты вообще адекватный. А вот это, ребята, просто разнос башки. АВМ Трежер Хантер с 3 голдскулами и 4 панишером. Обалдеть. Я грибу Али-Бабу. Вот этот вот авик примерно стоит 350 тысяч голдишки. 350 кусков. Понимаете? Просто так сходу 350 тысяч. Один авик ТХ стоит. Вау, вот это имба. Вот это сосочка. Смотрим дальше. Надеюсь, на этом у него голдскульчики закончились. О, биохазарды. Кстати, на М4 пиксель шторм смотрится просто идеально. Но тут
нас идет Хэллоуин коллекция, ну, ребята, ну, понимаете, мы смотрим сегодня аккаунты трейдеров, поэтому нас вот такой дешевкой ты уже не удивишь. Чего? Опять голдскулы? Ох, эр, некромансер, статрек с двумя голдскулами. Братик, течу. Ты чё, ненормальный? АВМ Спорт В2 с голдскулом? Я отвечаю, это просто какой-то ненормальный псих. Вы посмотрите на его инвентарь, это по-вашему нормально? Это что за дичь? Не, дядь, ты просто какой-то псих. Я тебе отвечаю, серьезно. Что, опять? Опять голдскул? Не, это нормально. Блин, разработчики, может забаним его? Мне кажется, что-то тут нечисто, а? Фолиус, братик, ты нам ничего не хочешь сказать? Ну это нереально! У него голдскул уже штук 10, наверное. Опа-па. Стоп-стоп. А как это у него? Целых 4 шилда. А как это возможно, а? А? Братик, походу, богоюзишь, да? Ну ладно, ребята, у меня тоже 4 шилда. Поэтому нормально. Что, опять? Юмпи Цереберус, это обычный долбанный эпик. И кому-то в голову пришло на этот долбанный эпик приклеить голдскул. Не, ребята. Ой, не, я не могу, он ров. А Хэр Карбон? С Metal Ratами и голдскулом, вы понимаете, что вот это каркарбон статрековский стоит 100 тысяч голды примерно. Я просто в шоке. Я надеюсь, больше он меня уже ничем не удивит. Мне реально уже плохо. Хэрворм с голдскулом и тремя арканами. Вот это, конечно, да. Ребят, надо валерьяночки закинуть, потому что после этого видео мне реально нужна будет помощь врача. Так, дальше у нас пошли наклейки, граффити. Фух, ну вроде бы как все. Все, ребята, вроде бы как с его аккаунтом мы покончили. Но теперь самый главный вопрос. Как вы думаете, сколько он стоит? Прямо сейчас нажмите на паузу и напишите в комментариях. Ну, а я говорю вам правильную цену. И этот аккаунт, внимание, стоит 800! Тысяч голды! Как вам такое? Дорогулечка, ты моя! А это топ-1 трейдер! Он насколько богат, что он может купить весь рынок, продать его обратно, обратно купить, обратно продать. Он, короче, очень богатый. Я вам скажу честно, вы будете в шоке. Я вам дам небольшой садик у этого трейдера. 24! Не хромосомы. 24 тысячи предметов! Я просто в шагах! Как вообще это возможно? 24 долбанных тысячи предметов! Ладно, все. Давайте вначале посмотрим его статистику. Ну, как мы видим, молодой что-то не особо играет, да? Да он вообще не играет в стендов. Он только трейдит, Он сутками напролет трейдит. Ну, тут сильвер, ну, ранг это не важно. Братва, вы сами знаете. 3300 часов, вот что важно. Он провел не один день своей жизни в стендофе. Ну что же, леди и джентльмены, давайте вначале посчитаем его личное сообщение. Ну что там пишут, интересненько. Ку-ку-ку, дай ПЖ 15 голды. Нет, я злой. Прими в ДР, прошу, я видел твой авик ТХ, бро, можно голды? Покажи авик ТХ в игре. Я думаю, вы все готовы посмотреть инвентарь, потому что это будет очень долго. У него очень богатый инвентарь. 3, 2, 1, перекажи инвентарь, погнали! Вы посмотрите, все зависло. Все зависло, потому что 24 тысячи предметов. Это вам не хухры-мухры. Обалдеть, не вставь, вы просто взгляните на эти лаги. Ну что же. Давайте смотреть все по порядочку. Что мы видим? Это Хэры Дрэгоны. Это Хэры Дрэгоны. Да. Да, вы скажете, Кент, так это же дефолт. Дядь, ты смотри дальше, не перебивай папочку. Потому что я потом в конце скажу, сколько стоит этот аккаунт. Вы просто откроете челюсть и будете в шоке. Дальше пошли АВМ и Дрэгоны. А вы, мои уважаемые подписчики, мотаете на ус. Если трейдер закупает Скорпион коллекцию, значит вы тоже должны закупать, чтобы потом продать гораздо дороже. Поэтому мой совет. Покупайте все те же самые скины, что и он. Вы точно не прогадаете. Так, ребят, это у нас легендарочки, все. Ну, пока что все идет максимально дефолтненько, да? Ну как максимально дефолтненько? У него этих легендарок такое ощущение, что штук миллиард. Братва, давайте так, кто посчитает, сколько у него всего легендарок, тот лично от меня получает косарь голдишки. Потом, братва, внимательно считаем. Обалдеть! Сколько у него скинов? Это только начало инвентаря. Сколько эпиков, сколько аркан, сколько всего. Но и это не самое главное, потому что мы еще не долистали до его основного инвентаря. А вот там-то будет полный разносик. Так, АВМ Посейдон тоже очень обалденный скин, тоже удаленная коллекция. Мой советик, закупайте все эти скины. Обалдеть, вот я после, ребят, после этого видосика, я сразу побегу к себе на аккаунт и буду смотреть. Я просто в шоках. Так, давайте просто перелистаю так по Шурику. Ля, у него АВМ Посейдону как будто штук 500. Дальше, о, рарки пошли.
Вы взгляните, у него еще есть куча рарок. Обалдеть, как же много у него рарок. А давайте-ка мы прямо сейчас на него спросим. Братан, а зачем тебе так много рарок? Тут их штук 500. Потому что он прямо сейчас там в Дейзи сидит. Братик, алло, салам алейкум, трейдер. Здорово, здорово. Брат, зачем тебе так много рарок? Тут тысяч пять, наверное, их. Ну, потому что, блин, погода такая синенькая. Дождик пошел. Принять, то дождь пошел. Ого, у тебя еще и анкамона куча. У тебя еще есть анкамонки с наклейками. Я просто в шоках. Не, ребята, это ненормально. Это какой-то сумасшедший тип, я вам отвечаю. Это просто какой-то псих. Вы посмотрите. Сколько у него чармов, сколько у него всего. И мы еще даже не дошли до его инвентаря. Обалдеть. Блин, 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 он сумасшедший! Но если он такой богатый, и знаете, что самое интересное? Он сказал, что такой инвентарь он поднял буквально со 100 тысяч голды за один год. То есть год назад у него было всего лишь столько голды. Сейчас у него есть вот это все. Чтобы посчитать его инвентарь, я потратил примерно минут 40 времени, потому что это очень, еще раз, очень долго. Мы прямо сейчас примерно на середине. Давайте немножко перемотаем, потому что я просто не могу. Так, мы листаем, 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 листаем. Так, пошли играть. Граффити. Слушайте, ну он какой-то вообще ненормальный. У него инвентарь когда-то закончится или нет? Дядь, ну кому между делали стать и устал? Так, ну что же, вот прямо сейчас я вам покажу его секретный скин. И не, это не граффити, это не граффити. Внимание, леди и джентльменс, это... Да блин, блин. Это. О, все, наконец-то мы пролистали новые скины. Это. Алик, ты ха? Четырьмя голдсками! Дай, я тебя ближу! Еще один пачпак! Блин, мне плохо, вызывайте врача! Вы понимаете, только этот Алик ТХ стоит больше 400 тысяч голды! Больше 400 кострей! Я в шоке, ребята, Алик ТХ! И вы посмотрите, с какими скинами он играет! Это типа играет с Фам Перед Статрек! Да он сумасшедший! У него аккаунт за миллион голды, он играет Фаб Перед Статрек. И знаете, что самое интересное? Это не все. Потому что есть такая штука, как мои запросы. И тут тоже 1005 скинов запрятано. Он вообще ненормальный. Посмотрите, сколько же тут райвел кейсиков. Это все райвел кейсики. Дальше, после райвел кейсиков, у нас тут фуриус кейсики. Я просто в шоках. Это вообще не норма. Это вообще не норма. Дальше, после фуриус кейсиков, у нас идут куча легендаров, куча аркан. Все с наклейками. Ну как, ну почти все с наклейками. Дальше у нас пошли P90 самураи. Я в шоках, блин. Он вообще тут ненормальный. Я не понимаю, зачем это много рарок. Не, он сумасшедший. Он просто сумасшедший, братва. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ребятки, прожмите лайк за такой крутой обзорчик. Так, давайте в самый низ пролистаю. Мне уже надоело это граффити за 2 голды листать. Блин, дядь, ну ты реально какой-то ненормальный. Ты че так много всего накупил? Так, давайте посмотрим, что у него в самом низу. А в самом низу у него, по идее, будут анкомонки. Но это не обычные анкомонки. У него даже анкомонки с наклейками. Притом, вы посмотрите сейчас. Внимательно смотрите, пацаны. Внимательно. Вот такая вот есть анкомоночка с арканой наклейкой. Илон Макс, как ты такое? Обалдеть. Я просто в шоках. Это бесконечный аккаунт у меня такой еще. У меня такое ощущение, что это бесконечный аккаунт. Ну что же, леди и джентльмены, вам всем интересно узнать, сколько же стоит этот аккаунт. Давайте, я сейчас перейду в инвентарь. Как обычно, зависит на секунд на 5, потому что, ну, такой уж инвентарь, извините. 24 тысячи предметов, я в шоках. Ну что ж, этот аккаунт, внимание, стоит, леди и джентльмены, он стоит 1 миллион голды. И это самый дорогой аккаунт в сегодняшнем видео. Поэтому, братва, если вам понравилось это видео, обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха. Я пошел закупать эти наклеечки. А, кстати, да, пацаны, хочешь халявный голд пасик? Братик, в описании есть моя телега. Переходи прямо сейчас, подписывайся. Все, давай, братик, жду тебя в телеграмчике. С вами был ваш Кентуха. Всех обнял, приподнял, всем удачки. На YouTube канал тоже подпишитесь. Всем удачки, всем пока-пока.